вами, как всегда, я, Денис, и сегодня я поиграю в Bad Wars. Итак, очередная карточка на моей одной из любимых карт – дворяне. Да-да-да, именно на этой карте. Сразу бежим за Холдсом, и почему-то я играю не за свою любимую команду. Этому очень логичное объяснение, потому что я захожу на эту карту, а там уже она вся занята. Печалька. Хотя я, может, и не буду, потому что вон Кибик. Мэр? Хелд? Хелд. О, у меня пацаны вообще топочка. А, нас двое осталось, это вообще отлично. Не знаю, где отлично, где хорошо. С одной стороны отлично, с другой плохо. Почему плохо? Да потому что у нас защита будет слабая. Что он встал? Он что-то встал и ничего не делает. Пацан, как тебя звать? Ну ладно, давайте ему ответим. Дэн? Ну или Завар. Дэн. Завар, да. Это мой, в принципе, не скейм. Ник скейм. Ок. Никогда не встречал таких тиммейтов. Вот именно вот таких вот, которые будут общаться. Ну, если честно, мне нравятся такие вот тиммейты. Блин, мне только на третий лук мой не хватит. Ну, ладно. Давайте напишем. Даша, а ты знаешь, где на базе спаунер золото? Сколько она ответит нет? Потому что только 1% людей, ну она ее ждет. 10% людей знают. А, ну, я проиграл, дорогие друзья. Ну, ладно. Печалька. Behind no red will grow to far, will fight no grow to fly. Уджет! Я просто лус. Ладно. Кирка, топор и это все. Я готов. Меч 3, меч 2. Меч 2 можно выкинуть, меч 3 надо оставить. Не знаю, почему я такое решение выкинуть его, но я хочу его выкинуть, значит я его... Ой. Стоп. Да. Сейчас напишем, да, ой, не. Ладно, парься. Ого. Лесы. Об. Чем? А, кстати, зря я Г написала, ну ладно, уже поздно. Ты не парса, парса. Что-то я плохо написал. Ты чё, офигел, блин? Точнее, офигела, потому что это Даша, а не Даши. Ну или чё-то в этом роде. Пошел отсюда! Минус один. А. Синий не пошел на меня. Ну ладно. Хороший синий. Я уж думал, пойдешь. Хотел тебе уже начинать убивать. Но ты не пошел. В принципе, братан, ты очень правильно сделал. А, вот это ты неплохо сделал. Это было вообще ничего. Не, братан, все так просто никогда не бывает. А!
столько алмазов, да, я знаю. Да, я знаю. Я же видел, как она улетала в центр, но это было бы, ну, просто топово. И тут приходит этот мелкий синий и начинает нас вырубать. Главное, чтобы нас сейчас никто не прорашивал. Вот это главное. Потому что у нашу кровать никто не застраивает, и я ее тоже не хочу застраивать, не знаю почему. Это типа хардкор, ну ладно, давайте вот так типа застроим немножко. Все нормально. Для первого времени сойдет. А потом уже мы сами разберемся, как нам надо. Бам-б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 ам
no, kill me, please. Оу. Братишка, ну не надо же так поступать. Ну это как-то, ну, некрасиво. Ну я не знаю, как это по-другому сказать. Ну да, это, короче, некрасиво. И все. Нет! Все пишут это ля, потому что все знают, что он значит. О, наш пацан. Блин, что за лаги? Я не понял, что за лаги? Что за лаги? Мне не нужны лаги. Я просто еле перемещаюсь между этими солдатами. Ну, уже более-менее лаги отошли. Более-менее. Но это они нифига, короче, еще не отошли, но ладно. Кстати, вы видели, вот здесь вот сундучок такой беспаренный, его вообще нет. А-а-а, что за лаги? Да блин, что за ерунда? Так. Все. Это что-то вот так вот, когда мы нажимаем Escape, это что-то типа перезагрузки официального майна. О-о, наши противники это какие-то нафиг оранжевые, они нифига не наши противники, потому что они... To be continue L. To be continue L. Все просто. Они просто to be continue L. Be continued. Так, все, отличная кирочка. Хорошая кирка мною обеспечена. И несколько... Когда? Да-да-да-да, еще на нас будут идти. Да-да-да-да. Нет, не будут. Ух, удивление. Просто вот такие моменты, когда ну все, ну ты уже закупился, ну у тебя просто все есть. Братан, никогда больше не заходи на этот ужасный сервис Тесла. Не, ну вообще он крутой. Только у него, да, в Эдварсе бывают очень сильные лаги. Так-то он очень крутой. Кажется, всех. Не, вот именно по рейтингу, да, вот по рейтингу он очень крутой, а так, я не знаю, может быть, не крутой. На лоу сейтон литте, ага, на зена цу, лоу сейтон литте. Братаны, дефайте меня, я закупаюсь. Пацаны, на Фоксе, пацаны, заряженный комплект, сатаны по кругу. Ватерпэээ. Where is my мечик? Ну дайте мне золото, хотел сказать, но тут никакого золота, а какая-то ерунда. Так, пацаны, нам надо этих ужасных пацанов прорашить. Пацаны, пацаны на Фоксе, пацаны, заряженный комплект, когда на паку не проникают, цляет. Ну, моя любимая песня. Ну, она из любимых.
На этом всех по кромсал. Только одного оставил. Ну, пусть поживет. Сказал завод, да. Ну, пусть поживет немножко. Все равно осталось жить один на одну секундочку. Что наши пацаны, заряженный комплект, уже идут туда, они проникают след. Да, наши пацаны реально рили топчик. Наши пацаны просто топ. Пацаны топ. Эй! Я не понял, что за... Что за барина? Что за фигня? Это первый рук? Фу, это второй рук. Я уже испугался. Так, сотрудник на мне есть. На мне все есть, кроме... Вот сока хлебушка. Они просто тупые, наверное. Наш ультимейт возьмет сейчас их и прорашит. Скоро? А, он даже на них не пошел. Да как филианил? Получи, блин, ща я на тебя накромсаю. Ну, там все было очевидно. Блин. Пацан золотал золото. Печалька. Да я их уже развалил, пацаны, потому что на них не идти. Только единственная проблема, вот этот вот алмазник фурский. Потому что мы на центр нифига не ходим. Что это за хрень? Какого хрена он здесь? Пощады больше нет. Ведь ты же полный лус. Ус. Стой, братан! Давай, обстраивай. Давай. Один блок, мне шанс тупо свалить. Меня этот гребаный алмазник не убил. Где он? Лолкек, получи. У меня уже 70 золота. Все, брата. Сейчас я приду и тебя доволю. Если захочу, но я этого не хочу делать, потому что я еще не фу, железник хотя бы. Да, реально, против того братана вообще еще бесполезно мне сражаться, потому что я не фу, еще железник. А не фу, железник, это значит лох против него. Конечно, вы видели его в фулл сет, блин. Против него никто, блин, не пошел бы. И опять же, блин. Потому что, блин, это блин. Потому что я люблю блины.
точнее, нифига. Братан, у тебя еще не отнялась вообще охота на меня идти? Я понял, что отнялась. Я понял, что ты полный луз. Сейчас будет он бежать, и я его найду. Он там что-то делает, и мне что-то стрёмно немножко. Это для него так же вкусно. Не, я в железке помню. Да как ему, что это за везун, каким везунчиком надо быть? Это еще что за хрень? Это Вадикоп? Ни хрена он. Ух, ни хрена. О, он спрыгнул. Ну, если он не спрыгнул, он лох. Блять. Получите. Кстати, он алмазник или мне так кажется? Ой, братан, как мне страшно. Ух! Лох! Получи! Как мне страшны твои дино... Ооо, вы это видели, он умер! Просто лолкик! Считайте, что я его завалил. А, ну конечно, держать все время центр, читы. А вот это вот читерша у меня сейчас тоже отхватит. Ой, как страшно! Приговор с меня жизни и смерти. А теперь ты что, блин, сделаешь? Ладно. Лохотронка. Вообще полный ус. Блин, бро! Тихо, все, тихо. Бро, да.
Наш братан слился? Ай, он лох, он побежал туда. Ой, блин. Сейчас будет минус алмазик. Ну хорошо. Oh, it's amazing kill. Просто amazing. Вот это был точный выстрел. Эх, практически не... Оригинально он застроил, вообще невозможно пройти. Ой, как же это трудно. О-о, это еще что за ерунда там? Это еще что там за ерунда? Всем стоять! Железник пришел уже на вооружение. О, братан, привет. Ну, братан, и ты сам спросил, одно золото есть, я тебе ответил, ну, тип. Вот он! На. Я тебе отсылаю этот привет. Давай, закупай полумаску. Вдруг тебе... Ебой! Отлично, мой тиммейт фул алмазник. А? Прям вообще супер-пупер. Все, бро. Погнали нападать. Ай! Так, все. Продолжаем игру. Вдруг это будет моя десятая. О! Да! Я не пал ты на моего тиммейта! Что можно получить за такое? Без комментариев. Нет! Нычки мало беру них. Кстати, не мы когда-нибудь с вами играли в Murder Mystery? Давайте сыграем. Ой, куда я побежал? Я вот в этой игре не умею подбирать карты, а вот... Просто заходить. А все, типа карта выбрана. Все. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Денис. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И всем пока-пока. Йиху!